А как мы становимся сильными? Мы становимся сильными, познавая Бога. А познаем мы Бога вот через эту книгу. И я хочу сказать тебе, что эта книга в открытом состоянии, открытая Библия, это сердце Божье, открытое для тебя. Библия в открытом состоянии, это сердце Бога, открытое для тебя. Когда ты раскрываешь эту книгу, ты раскрыл не просто книгу, ты раскрыл сердце Божье. Мы становимся сильными на основании того, что мы узнаем о Боге из этой книги. Мы становимся зрелыми во Христе, взрослыми, вот через эту книгу. Если ты сидишь и думаешь, а у меня Библия там, в планшете, в телефоне, в электронном виде, какая разница, мы же говорим открыть Библию или открыть приложение. Аминь. Если у тебя Библия в электронном виде, то же самое. Ты можешь у тебя, чтобы, если тебе поможет, отложилось, бумажную Библию открой или у себя, наконец-то открой уже Библию у себя в приложении, если ты еще не открыл. Потренируйся. Открой и скажи, я только что открыл для себя сердце Бога. Я только что открыл для себя сердце Бога. Когда я открываю эту книгу, когда я открываю приложение Библии в своем планшете, в телефоне, я открываю для себя сердце Бога. Аминь.